для чего необходимо дуть, как правильно дуть, все можно найти на канале. Три точки вверху, нажали, нашли лупу, написали дыхание. Внизу справа нажали на лупу и увидели, что на данном канале есть 32 поста. Нажали вниз и увидели. Поговорим о дыхании. Нажали, посмотрели, что такое дыхание, для чего необходимо правильное речевое дыхание, что такое нарушение речевого дыхания. И можно увидеть разные упражнения по развитию дыхания. При постановке звуков, работая над развитием речевого аппарата, обязательно работаем над дыханием. Все звуки мы произносим на выдохе. Можно также узнать, почитать, что положение языка напрямую зависит от носового дыхания. И как и носовое дыхание зависит от правильного положения языка. Почему дыхание – основа звучащей речи? Как можно при помощи разных упражнений делать вдох, делать выдох? В данном канале есть разные статьи, есть примеры упражнений. Пользуйтесь с удовольствием.